Страшного ничего не произошло, это я просто лежала в больнице, и мне ставили капельницу. Лекарство забыл какую. Ну, не суть. Главное, чтобы не было давления. Так что не пугайтесь, все хорошо, все прекрасно. Очередная капельница. Почему-то очень мало было раствору. Все хорошо. Это мой офис отдельный ото всех. Это моя кровать. Стульчик. Тут я кушаю и сижу. Длинная комната. Окно открыто. Оксанка мне вон чайник привезла. А то тут чайников нету общих. Надо из дома привозить. Вообще, конечно. Ой, там вон мои сумочки стоят. Ну, вот такой офис у меня. Ну, а это я. А это я. Что-то спать охота опять. Таблетки все дают какие-то, и все спать хочется. Нажралась опять. Хочу немножко поспать. А вы что дома делаете? Расскажите мне. Сегодня на улице тепло. Наверное, на улице ходите, гуляете. Вот обед. Сижу, ем. Устала есть. Это суп. Бульон весь выпила. Это не хочу. Это вермишель с мясом. Морковку не ем и грызу курочку. Устала есть. Думаю, сниму тебе. Это вот дверь. Заходишь сюда. Тут туалет. Вот туалет. Комната такая, заходишь. Узкая. Сколько тут? Раз, два. Метра, может быть, 2,5, может, 3. Это моя кровать. Это шкаф, окно. Вот такие апартаменты. Жить можно.
Ну, а это я. Это мой чай. Сырочек. Ту штучку. Сухариком. И ем. Вкусненько как. И чаем запиваю. Открыла окно. Тут на вас посмотрела. Здорово. Мой обед. Рыбный суп, котлеты с пюре и таблетки. Это я на завтра оставила, чтобы поесть. А то жрать-то захочется. А мне эта их еда уже надоела. Это мясо, картошечка и морковочка. Два яичка. Одно на утро, другое на вечер. Пироженка одна осталась. Сейчас съем.